Не определяется USB OTG на телефоне Android. Что делать? В первую очередь, если у вас подключены через переходники, просто переткните повторно, подключите и проверьте. Должно заработать. Если у вас есть другой переходник, можно использовать с другим переходником. Если у вас есть другой OTG, просто подключите на другой OTG и с помощью переходника у меня подключается, подключив таким вот образом. Перезагрузите телефон. После перезагрузки повторно подключите кабель USB OTG к телефону и подключаем флешку. Если не определяется, проверьте флешку. Может быть, флешка не рабочая. Файловая система USB флешки должна быть FAT32. Файловая система NTFS, то отформатируйте в файловой системе FAT32. При этом все важные данные перенесите на компьютер и после этого выполните форматирование. Файловую систему FAT32. Флешка будет определяться в телефоне, как накопитель. Если не помогает, поменяйте USB флешку. Если флешка все же не определяется, переходим в настройки. Опускаемся ниже. Выбираем дополнительные настройки. Опускаемся еще ниже. И здесь есть подключение OTG. Автоматически отключать после 10 минут бездействия. После 10 минут у вас ваша USB флешка отключилась. Поэтому нужно повторно включить. Здесь у нас есть переключатель. Просто на него кликаем. И в итоге USB флешка начинает определяться. Как видим, OTG. Появился у нас OTG. И здесь наша флешка. Просто открываем. Доступ к файловой системе у нас имеется. Можем открыть фотографии. Можем копировать и переносить данные. Допустим, вот. Скопировать. Перенести на внутреннюю память. Или на microSD карту памяти. Допустим, память телефона. DCIM. И сюда мы можем копировать, сюда нажать. И в итоге мы вставили во внутреннюю память. Можете с внутренней памяти или с microSD карты памяти можете перенести на внешнюю USB флешку данные. Как это сделать? Открывайте внутреннюю память, память телефона, DCIM, камера. Выбираете фотографии, скопировать. Выбираете флешку. Флешка называется 261A F025 таким именем. И можете вставить его в какую-либо папку, допустим, DCIM, копировать сюда и просмотреть. Проблема может быть с разъемом телефона. Проверьте разъем USB, может быть, он у вас глючит. Также может быть проблема с самим переходником. С этим самым переходником у меня с USB Type-C на microUSB. Может быть, он не работает, а кабель USB OTG работает. Может быть, наоборот, методом замены проверять, работает ли при подключении к телефону.